В эти дни православный мир чтит память русского подвижника Серафима Саровского. За святую жизнь преподобный неоднократно удостоился посещения Божией Матери и угодников Божьих. В день памяти старца епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир совершил божественную литургию в кафедральном соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Из жития известно, что будущий святой Серафим родился в 1759 году, до пострига носил имя Прохор. Чудеса начали происходить с ним еще в детстве, когда он выпал с колокольни храма, но не пострадал. К 17 годам Серафим Саровский решил уйти из мирской жизни и отправиться в монастырь. Вскоре преподобный стал жить в лесу, в келье, находя себе пропитание. К нему приходили за помощью люди, которых он всегда выслушивал и направлял на нужный путь, помогал исцеляться как духовно, так и физически. И сегодня, обращаясь в молитве к батюшке Серафиму, многие испытывают на себе помощь святого. Мы сегодня обращаемся к нему с просьбой, чтобы он умолил Господа растопить наше жестокосердие, чтобы мы лучше относились к нашим близким и дальним, чтобы и мы сподобились встречать всех приходящих к нам с той же пасхальной радостью, которой обладал и он.